Новые правила уже начали действовать, а вот как по ним жить, владельцы автошкол понимают не до конца. У всех учреждений сейчас отозваны лицензии. Они не могут набирать новых учеников, только доучивают старых. Чтобы возобновить деятельность, учебные заведения должны пройти процедуру регистрации заново. По словам предпринимателей, к ним уже выстроились очереди. У нас сейчас в очереди, ну там порядка, наверное, 60-70 человек записано. Но, к сожалению, мы не можем сейчас заключить договора на обучение, потому что мы не прошли еще обследование учебно-материальной базы. И, соответственно, не можем ни денег с людей взять. То есть и мы сидим без денег, и люди без услуг. По мнению владельцев автошкол, требования к их деятельности ужесточились. От них теперь требуют наличие столовой и минимальной площади для автодрома со специальным покрытием. Чтобы пройти проверку на 5, потребуется вложение. Так что плата за обучение возрастет уже в ближайшее время. Увеличились издержки, увеличились часы. Я думаю, несущественно, но обязательно подорожает как бы стоимость обучения. Вот, потому что нужно содержать автодромы, содержать автомобили, более качественный персонал нужно содержать. Насколько подорожает обучение владельцы школ, не говорят. Они также скептически относятся и к самим проверкам. Говорят, заявки в управление автоинспекции уже поданы, а ревизии пока не начались. Уже известно, что несколько организаций в городе закрываются навсегда, у их владельцев нет средств, чтобы привести свои объекты в порядок. Ну и самое главное, неизвестно, когда автошколы вновь начнут набирать учеников. Ирина